Привет всем, друзья! Изготовление овощины в домашних условиях при помощи вот такой вот матрицы, которую я уже показывал в двух видео. Кто не видел под видео, под вот этим выложу ссылку на те два ролика. Можно посмотреть, кому интересно. Вот, сейчас буду прокатывать. Вот я здесь попробовал несколько вот таких кусочков прокатать. Там Николай Воронин говорил холодный прокатать. Вот это вот я прокатал холодный. Ну как холодный, комнатной температуры. То есть я его в горячей воде не прогревал. Вот так вот получается. Вот этот я прокатал, воду нагрел до 45 градусов. Вот это прокатал 45-градусный. Замерил температуру воды, в которой я нагревал листы. Вот, 45 градусов там было. Ну, вот так вот неплохо получилось. Вот этот я прокатал, температуру нагрел больше. То есть долил кипяточка еще туда. Вот, и видно, что здесь оно аж продавило. Ну а дальше вроде как и нормально пошло. Сейчас попробуем прокатать большие листы, ну и посмотрим, что получится. Берем прогретый лист, залаживаем матрицу. Прогоняем. Вынула. Там вот там ребята просили показать еще. Ну, я когда скалкой прокатывал и трубой, то пеной смачивал матрицу. Вот. Ну а сейчас попробовал. Ничего не надо тут пенить, оно и так все нормально отходит. Так, порвал немного лист. Но это надо приловчиться. Сейчас мы его посмотрим. Вот ячейка такая. Увеличим поближе. Ну вот, на свет видно, вот что все ячейки на своих местах, никуда они не смещаются, все отлично, все нормально. Оттиск хороший, ничего не прилипает, то есть как бы все как и хотелось получается. Ну, сейчас попробуем еще сделать пару листов. Так, лист берем прогретый. Вот эта штука у меня новая, так туговато заходит сюда. Я думаю, разработается. Вот, видно, немножко потянулась. Так, ничего, у меня еще тут весь этот процесс не отточен, поэтому с вами все делаю первый раз. Ну, хорошо, что отстают листы. Как бы не надо ничего тут пенить.
знаю, классный лист. Посмотрим сейчас поближе его. Вот здесь немного где вылезло. Но оно он само и отрывается. Покручу его, чтобы свет падал под разными углами. Чтобы было видно хорошо ячейку. Жаль, солнце зашло за дом. О, но все равно видно вон обратную сторону. Видно, что никуда она не ушла, ячейка, не сдвинутая. Ну, я первый лист хорошо просматривал. Видно, что там все ячейки на месте. Вот, все отлично. Хорошие получаются листы, я доволен. Я доволен качеством. Меня волновало, что при прокатке матрицы через вот эти валы будут смещаться листы на самой матрице. То есть, как бы вот так вот, ну, будут смещаться и будет сбиваться ячейка. Но нет, все отлично. Все ячейки на месте. Просматривал все. То есть, с наружной стороны, как и с внутренней стороны, все ячейки совпадают. Ну, тут даже видно, вот сейчас вот как раз так свет попадает, что видно и внутреннюю, и наружную сторону ячейки. Все ячейки совпадают, как с этой стороны, так и с этой стороны, ничего не сбивается. Ну, вот видно, с этой стороны тоже. То есть классно все выходит, этот момент меня волновал. Ну, в общем, здесь все нормально. Матрицу не надо никакими мыльными растворами смазывать. Нормально листы отстают от нее. То есть это еще плюс. Ну, так вроде бы ответил на задаваемые вопросы по этой матрице. А, еще один момент. Часто спрашивают, раздельные ли листы вот эти в самой матрице или нет. Нет. Она неразъемная. Они намертво между собой. Ну, она так сделана, что она неразъемная. Ну, вот здесь видно, внутри она неразъемная. То есть ее либо разрезать надо, либо разорвать. Ну, разорвать ее будет сложно. Нужно применить большую силу. Материал очень крепкий. Вот. Ну и кого заинтересовала такая матрица, делаем на заказ. По Украине отправляю новой почтой, интаймом, наложенным платежом. Контакты оставлю в описании к этому видео. Адрес электронной почты, мобильный телефон. Вот, кого заинтересовала такая матрица, звоните, пишите. Все, друзья, всем пока, удачи!